очень. Потом была такая картина Рубена Мамуляна, это нашумевшая картина. Доктор Живаго. Нет. Доктор Айболит. Чибул доктор Харт. Он превращается в чудовище. А, да. История мистера Джекиля и мистера Харт. Потрясающе. Хайда. Да, совершенно верно. А вот была еще одна картина «Лучшие годы нашей жизни». Трое, которые возвращаются. А, это что, ведущий актер? Нет, там был один друг, другой летчик, а вот третий. Это не Карни, Кегни? Ну, который семья имел, там дочка и так далее. Я тебя очень прошу, глупости не говори, потому что это все идет в историю. Я... Вай, вот где я! А как я поставил? Ты какой полненький поставил. Тем более, что ты поставил, говори умные вещи, говори умные вещи, говори умные вещи, говори умные вещи. Говори умные вещи, очень говори умные вещи. Монтескьё, вы вот такой философ. Был, да. Монтескьё. Спился? Нет. Я не суеверный человек, да. Но я боюсь. Говорит, а как вы объясните, что такое суеверие? Трусы, трусы водку он сказал, не пьют. Министры вокруг короля. Вот же суеверие. Это страшное говно, я бы тебе сказал. Ты вот так. Ну давайте. Пьянствуясь там, понимаешь, здесь Горгиза. А вот я говорю, Монтескьё, ты должен понять, что это... Действительно, он начинает свои сочинения так. Суеверие – это министры, которые окружают короля. То есть ты не можешь перейти эту линию. Понимаешь? Потом, что сказал... Это вот ты мне скажи, кто усрался среди королей? Среди королей? Очень важно. Среди королей – это Людовик. 14-15. Верчи Людовика. Верчи Людовика, вот Аран Иран Панамилу. Ну, здесь был один Людовик, ты помнишь, пришел журналист? Людовик. Как я, ман, это ли? Разве это династия королей? Я заметил там, Ракин Пантушина, как ты сидишь. Вот так тут борода есть того, еще есть Бельмур, кем того, пан, еще пан Инкан. Вас Хамелес так... Чем того? Батичей, ты мар, вот Бехере, а ты анскирик. Людовик. Вот на паратаню церкви. Вы меня поняли. Прошу прощения, что вы скажете? Валя, мой проект сегодня. Сколько я ему рассказывал о моем проекте? Ты знаешь, ты на Канадаржуре, Азизян, потуши тот свет. Вам ничего не будет тогда. Вот так. О, хорошо. Тебя не видно, Цавотаном. Видно из карты, есть карты. А, ты, вот. Ту карта. Я знаю, что... Тетя Мивар. Нет, Мивары... Ты высказывайся. Что ты можешь на сегодня сказать? Валяча, Георгиевича, я вам еще не сказал. Надо здесь создать бордель. Бардак? Бардак. Бордель. Бордель это по-французски. А потом уже, значит... Будем лечить уже боксов, моксов, все. Ануша Мироновна, Рибарсинчик. Что Ануша Мироновна? Взрослая женщина. Она как врач. Всех собрать в этот бардак. Я тебе единственное, что прошу. Анушики, спанчасык. Потому что это самая красивая женщина. Самая красивая женщина в моей жизни была. Ага. Шляпу сними. О, красавец какой. Вот я вам.
Один с пол-литром зарубежной водки, а тебя здесь не было. Сидел я один. Один выпил? Нет, оставил для тебя. А где? Дома у меня, в камере в моей.